Да, мужик, короче, 15 лет я сидел в тюрьме, освободился. Ну и, короче, сел в трамвай, забитый нахуй. Ну, он такой едет, блядь, женщина, 15 лет, никого не видел. И перед него стоит женщина с такой жопой, блядь. И он прямо так из нее все толкается, все, он такой старается от нее подальше, ну, чтобы не коснуться, потому что, ого, 15 лет. Ну, снимает тормозин, такой в нее, эх, такой, ёб твою мать, какая жопа. А он такой просит, ну сейчас что, бах, ему пощечину. Он такой, сука, едет, блядь, такой раз вперед, говорит. Такой раз. А сиськи маленькие. Он такой, охуя пощечину, блядь. Дальше едет, едет, говорит. А я знаю способ, как сделать, чтобы сиськи были большие. И стоит. Да, мялась, хоть стояла, мялась. Ну как? Он говорит, берете, покупайте 10 рулонов туалетной бумаги. И натирайте между грудьми. И молчит. Он такая, и что помогает? Ой, что бы помогло?